Однако, несмотря на растущую заболеваемость, в край не будут возвращаться к строгим ограничительным мерам. Сегодня на заседании оперативного штаба пришли к выводу, что пока ограничится ужесточением проверок масочного режима в местах большого скопления людей. Это нужно, чтобы смягчить прохождение новой волны коронавирусной инфекции. Глава региона Александр Ус отметил, что сейчас от каждого красноярца зависит, как мы переживем этот период. С одной стороны, уже накоплен существенный опыт и есть запас медицинских мощностей. С другой, впереди зима, а значит сезонный ОРВИ и грипп. Чтобы не пришлось вводить жесткий карантин, нужно соблюдать правила, которые мы уже давно выучили наизусть. Носить маски, чаще мыть руки и соблюдать дистанцию. А при появлении симптомов сразу же обращаться за медицинской помощью. Мы должны довести до наших земляков, до красноярцев, что ситуация начинает осложняться, и только активизацией нашей общей работы можно смягчить эту волну, не сделать ее реально угрожающей, которая потребует от нас введения жесткого карантина. Мы знаем, что такое, переживали это в апреле.